Ребятки, вот такие получились котлетки. Мы уже одну попробовали. Очень вкусные. На соль угадано, сочные, прожаренные со всех сторон. Хорошие котлетки. В духовочке они пеклись. Сломаем одну, Витя, съедим. Ну да, мы что, маленькую съели, что? Ломай. Что для этого? Чтобы показать, какие они в серединке. Плотные. Прожарились, видите? Вкуснятинка. Витя пробует. Добренни. Вот, это у нас грибочки. Получилось 5 баночек. И немножечко в пиалке Витя пробует. Вот. Так что грибы мы тоже уже закрыли. А пока мы суетились, все делали, бегал Витя по рынкам и все остальное, у нас поспел и хлебушек. Вот такой горнюнький. Колобок. Горячий. Подратный он еще колобок. Горячий прям парует. Вот. А потом остальное все тоже показывать буду, что по очередности будет готовиться. Гостей мы ждем к 4 часам. Сейчас 1:30. В общем-то, еще рановато делать и картошку, и крылышки. Все будет по очереди, ребят. Все. Ребятки, и между кухонными делами настроение и так великолепное, ноги так в пляс идут. Ну, хочется еще его подзадорить, поднять, в общем-то. Сами себя, знаете, как... Подать задор. Импульсами добра себя насыщаем. Да, установочку. Да, установка. Сделала то, что я ж... Через день, работаю через день, сейчас меня отцепной, но я такой, знаете. Ну, видно, что отцепной. Отцепной. Сейчас можно даже сказать, что я муж через день, да, Леночка? Чего? Это муж на час, а тут муж через день. То есть, то нет. Ну что ж, надо все равно... Женщин радовать, да, надо чем-то, да. И они нас, мы их, и что-нибудь с варганем, с песней, что-то. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали сверкали огоньки. Эх бы мне соколики дослали, душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, да ночкой умною, да с песней той, что вдали пить звеня. Да той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Помню наши встречи и разлуки, навсегда ушедшие года. И твои серебряные руки тройки той умчались навсегда. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдали тесь меня. Да той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Чем так мучила меня. Да выходит, ты ли мы за даром понапрасну ночь за ночью жгли. И если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночкой лунною,
что по ночам. Поднимаем настроение. Да, да. И вам, я думаю, правда, ребята? Чтобы не уснуть. Не-не-не-не. Бо у него цепной, кто знает. Сейчас я на кухне там что-то начну шуршать, такая тишина, да, захожу, Витя. А столы ставить, а стульчики нести, да? Мне ж помощник нужен, ребятки. Сегодня, да, Витя дома, сегодня муж дома. Муж на сутку. На сутку. А где-то говорят на сутку. Да, да, где-то мы слышали. Сутку, да, где-то. Вот. Целую сутку. Сутку. Муж на сутки. Да, ну ведь в каждом регионе свой говор, свои там, да, сленги, да, и так далее. Все нормально. Да, это все прекрасно, да, все хорошо. Ну, а я снова на кухне, ребятки. Вот так, все. Да, ждем гостей. Да, все, да, пока-пока. Ну вот и я снова на кухне. Работу-то делать нужно, понимаете? Хотя, в принципе, основную работу мы уже сделали. А, вот. А осталось такое, ну, то есть поджарить в духовке два блюда, да, и отварить картошечки. Все. У нас жареные грибочки уже готовы. Вот. И вчера, ребятки, без вас, я, скажем там, помните, у меня батарейки были подсевшие. Ну, в принципе, тут работы такой особо оно не составляло. Я сделала салат. Мне он нравится. Он такой, ну, ненавязчивый. Рыхлый, вкусный, и главное, что не слишком такой, ну, им не наешься. То есть он такой, как не слишком питательный. Вот. Здесь у нас морская капусточка, корейская морковка, яйцо, крабные палки и кукурузка. И смазано это все не майонезом, а этот самый йогурт. Йогурт. Вот. Вот таким образом. Вот такой у нас салатик. Я его вчера ела, пробовала. Хороший салат. Это мы сейчас уберем. Вот, и я сейчас порежу рыбку, отправлю ее в холодильник. И у меня еще один салат будет. Тут с салатами все, мы закончили. И будет два горячих. То есть, ну как горячих? Два горячих. Нет, одно горячее. Ребра, эти крылышки. Но картошечка это не считается горячим. Это как гарнир. Вот, порежем рыбку. Я купила, все-таки не выдержала я. Люблю я эту штучку. Надо, кстати, сделать самой. Я знаю рецепт, как делать самой эту рыбу дома. Надо будет купить в АТБ по акции пару скумбрий и сделать. Я помню, раньше мы так и делали. Копченая была очень дорогой. Да, она сейчас не дешевая, но, в принципе, когда-никогда можно купить. А раньше мы что-то чаще делали ее сами. Рецепт знаю, помню. Надо будет как-то сделать. Так, выложим вот так рыбку красивенько. Я так готовлю для того, чтобы уже перед тем, как люди придут, не бегать, скажем так, а сидеть спокойно, просто подать это все на стол. Вот так красивенько и будет все хорошо. Вот. А второй салат у нас будет вот таким. Но я его не буду смазывать. Я сейчас просто все это в мисочку подпирую, поделаю, а смазывать не буду, чтобы оно не стек он салат. В наборах мытая вот такая идет зеленушка. Вот так. Она рыхлая, это так ее кажется много. Сейчас она сядет после соуса. А куда попадает соус, этот салатик осядет и будет его совсем немного. Вот так поставлю, чтобы вам не закрывать весь вид, всю красоту. В акции была у нас форель. Я ее приобрела именно для этого салата. Посмотрела на цену, если я там возьму свежую сама. Подсолю, подзасолю. Ну, думаю, по цене, когда она в акции, она действительно выгодно ее покупать, если она в акции. Так, как бы мне снять шкурочку вот так хорошо, чтобы меньше было затрат рыбки. О, прекрасно. Снимается хорошо.
Здесь уже в реберной части чуть похуже. Ну, мы сделаем вот так. Попробуем на соль. С ножа кушать нельзя, я знаю. А я кушаю. Так, и будем резать на вот такие длинненькие, на длинненькие полосочки. И отправлять в салатницу. Так, это будет у нас... Что это за целлофаночка тут у нас осталась? Это я, наверное, так подрезала. Так, мы ее разрежем пополам, чтобы были долечки не толстые, не широкие, вернее, а именно узенькие, красивенькие. Оно будет смотреться более нежно в салате. Вот такими длинненькими полосочками. Тоненькими. Ну, насколько это возможно. Слишком тонкие тоже не сделаю, потому что они же расползутся. Это все-таки рыбка так сложена такими розеточками, чтобы она не расползлась полностью. Так, вот так. Это у нас будет рыбка. Теперь у меня есть сыр пармезан. Сейчас я его натру тоненькой стружечкой. Сейчас я сбегаю за такой штучкой. Не приготовила, ну как всегда. Лена в своем репертуаре. Память моя, память, куда тебя девать? Я думаю, она порежется тонко. Да, режется красивенько. Вот такими стружечкой я порежу. Это якобы для корейской, но она режет больше слайсами, чем корейской. Ну, как могу, потому что целыми не хочу такими, плотными такими листами. А по-корейски, может, где-то она распадется, когда добавлю уже туда соус. Затрю. Какой же он на вкус, надо попробовать. Класс. С горчиночкой, что я и люблю. Люблю сыр с горчинкой. Сладкий не люблю. А вот с горчинкой прикольный. Ну, маслом кашу не испортишь, как говорится, да? Я чувствую, что уже хватит, а рука не может остановиться. Так, приятно его резать. Все, это убираем. Так, а где мои эти самые... Где мои маслинки? Это не те. Вот эти. Чего там только нет. Так, откроем вот эти маслинки. И я их хочу порезать на долечки. Вот тут как раз дозатор такой. Хочу порезать, потому что целыми же я их не кину туда, правда? Вот. А мы себе так красивенько сейчас их подостаем. Вот так. Я, наверное, вылью этот соус, он все равно не нужен. И насыплю. Думаю, достаточно. И на вот такие вот четвертинки. Кольцами не хочу. Кольцами будет мелко, оно будет некрасиво. А четвертиночка, она в длину, будет смотреться эффектнее. То есть каждую половинку на вот такую красивую дольку. Витюшечка уже занимается столом. Спасибо ему огромное. Он же еще меда, ребята, сегодня купил. Я забываю все вам. Витя, почем ты взял мед? Витя, ночуй. Мед ты почем брал? В какую цену? 100 рублей. Всего 100 гривен. 100 гривен литровая банка, да? А это какой он считается? Разноцветие, да, наверное? Вкусный. Главное, что не этот, не подсолнуховый. Я не люблю гречаный. Я не люблю гречневый. Тут на любителя, да. Тут на полевой, разнотравный. Да. Очень хороший мед. То, что я его определяю. У меня дед Кость был. Костя. Костя, мы говорим, дед Кость.
Константин Митрофанович был такой. Где он? Так. И вот этот мед, когда он качал, я этот вкус помню. И вот если я... Вкус детства, оно, знаете, очень надолго остается. И вот если я пробую мед, и там есть тот дедовый вкус, запах, и даже бывает горчинка, так это он, я его беру смело. Так и сало, видимо, выбирает. Если да. Есть вкус, это оно. В общем, ребятки, у меня два вида... Ты все закончил, Давид? Да. Два вида соуса. Вот этот, который я вчера делала в тарияке, я делала этот крылышки. Он более со стринкой. Я вот этого еще добавлю, а потом еще, когда подам на стол, я этим соусом тоже это самое... Вино выше меня. Ну, а что делать? Такая судьба, солнце. Шучу я. Вот, и этот... Хочу же добавить еще французскую аджичку. Ой, это... Французскую горчичку, ребят. Ой-ой. Витя, дай чайную ложечку, будь добр, чтобы я не уходила. Все, я все забываю сегодня. Ничего же забываю, тут целый день. Да. Ресторан такой. Ресторан. Реставрация. А в ресторане, а там... Цыгане. И поле, а там цыгане. И на-на-на-на-на-на. Как там поется... Да-да-да, и только здесь... Начинается, да? Начинается рай. Еще забыла песню, классная была песня, правда? Только здесь или другое там слово? Не знаю, Лена, ты если я кто-то... Не, наверное, не только. Подожди, я просто слово. Ну, поболтушки у меня, я же имею право поболтушки. Да-да-да. Так, и приперчу вот эту всю картинку. А потом уже, ребятки, я вот этим всем заправлю. Сейчас не буду заправлять, чтобы он не стек. Но картина тут красивенная, да, Витя? На, попробуй сырок. Пармезан. И что захочешь, выбирай. В ресторане, да? Да. Только здесь начинается рай. Может только, может нет. Все, вот такую красоту я убираю. А потом сыр, вот этой, вот этим, да, это пармезанчик. И я за вот этим соусом потом заправлю вот этот салатик. Так, Степан идет ко мне. На, убери на тот стол. Степан, ты ко мне, сынка? У тебя есть еда, не приставай к царю. Не приставай к царю, Степанка. Майонеза не могу, да? Не, там этот, я только что говорила, йогурт. Так, здесь у нас спаржа и капустка. Мы сейчас тарелочки я принесу, выложу спаржа и капустку. Все, на этом пока заканчиваем. Потом я начищу картошечки. Сколько времени? Где-то в часа три поставим этот. Не шевели камеру, Витя. А, это ты хочешь Степану показать, как он сидит и наблюдает. Вот, это у Степы тут наблюдательный пункт, ребят. Степ, ну ты хоть улыбнись людям. Да. Красиво видно. Степочка, улыбнись людям. Все, ребятки, будем заканчивать. Степа позирует, папа шусь руками ему играет. Степа! Степ! Степ! Глазища! Шарить! Все, заканчиваем, ребятки. Не будем вас отвлекать, время ваше тратить зря.